На конкурс дети читают стихи Богдана Носова, 7 лет, село Щекино Рыльского района Курской области. Любимая зима, Лариса Осимова. Прекрасная зима, на улице морозно. Оденусь поскорей и потеплей как можно. Одену рукавички, мне их связала мама. И шапку меховую я натяну упрямо. Когда грибы растут и набухают почки, когда цветут в саду